нуля. Быстро и без нервов. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно я перед вас проскочу? Я просто очень тороплюсь. У меня жена рожает маленько. У меня тут немножко, я сейчас быстро... Я быстро, быстро, очень быстро. Вы даже не заметите, что у меня просто мало-мало, вот. Слива. Что это? Повтор, что ли? Отморозили что-то, что? А, это слива у вас? Да, и все. И все? Все. Давайте пропущу вас. Спасибо вам большое, я даже не задержу вас нисколечко, пожалуйста. У вас что, одна слива? Да, я просто сливы очень люблю. Взяли бы больше? Нет, мне нельзя много, у меня желудок слабый. Пакет нужен? Пакет нужен, да. Большой, маленький? А сами как думаете? Мужчина, мне некогда думать, у меня очередь. Большой. Вы почему сливы-то не взвесили? Ой, а где? Ну там. Забыл взвесить сливу, представляете, не на тёмку, я сейчас. Как так? Побежал, как будто съел уже. Кто 14 рублей, дай 14 рублей, 18. Что там говорит у вас? Гримерки. Девушка, давайте пока это самое, он бегает, вы отбейте меня быстренько и все. Я не могу вас отбить, я уже мужчине пакет отбила. Все, я взвесил, вот здесь вот штрих-код, пожалуйста. Вы почему голландскую-то взвесили? У вас ведь краснодарская. Так там это... Давайте я по-голландски рассчитаюсь, а то я ходить больше не хочу, устал. С вас 410 рублей. Сколько рублей? 410. А где перевесить можно? Там же. Девушка, у вас в магазине 8 касс, почему одна все время работает? Что вы у меня-то спрашиваете? У кого я должен спрашивать? У управляющего. Где он? В Турции. Все, я взвесил вот здесь новый штрих-код, пожалуйста. Что, снимаем голландскую? Ну да, 410 это дорого. Девочки, у кого ключи? Мне позицию надо снять. У меня. Подойди сама, я товар принимаю. Товар принимает. Поди сидит в подсобке, просрочку жрет. А что так долго-то? Тут оптовик один. Затаривается. Вон, сливой. На год вперед. Сейчас затарится, поедет ваш шанс за жвачкой. Да? Да. Дома товар принимает. Николай это там принимает. Какой год у Краснодарской? 789-326. Ну у меня не пробивается Краснодарская. Ну так ее же на складке завели. И что делать? Проводи катрушек от переезда, а не по одной цене. Девушка, а можно там как-то, знаете, побыстрее, повеселее, а то у меня дела. У меня не 7 рук, а 1 палец. С вас 8 рублей 4 копейки. Ой, я забыл совсем, у меня же карта скидочная. Ах, это не карта. А что это? Понял, что? Как это? Все в жвачке. Помочь тебе? Пожалуйста, проведите, чтобы скидочка присутствовала. Что-то у вас размагнитилась карта, я вам своей проведу. А? С вас 8 рублей 2 копейки. Что, это сколько процентов скидка? Меня не показывает. Не, ну моя-то накопительная. Но вы какую брали? Я не помню, по-моему, я брал накопительную. Ты накопил уже! Сейчас я скажу.
банковской карты рассчитаюсь. Я просто летаю, а мне баллы накапливаются. Я хочу улететь из Адлера в Сочи. Нет связи с банком. О, так. Так а вы своей проведите. Шучу. Да я просто так пошутил. Я такие... 8 рублей, 2 копейки давайте. Сколько по копейкам, я не расслышал. По копеечкам сколько? Без сдачи за него, пожалуйста, девушка. Молодой человек, я достану.